Северодвинские дачники против. Правительство Архангельской области и ЗАО «Управление отходами» возобновили работы по строительству полигона ТБО в районе Рикосихи. С решением не согласны местные садоводы. Накануне дачники собрались вместе, чтобы обсудить методы борьбы с потенциальным соседом. Подробнее далее в материале. Сюда будут привозить отходы с половины региона. Единая система ТБО расположится в районе Рикосихи. Проект состоит из полигона, станции по сортировке и завода по переработке мусора. По замыслу проектантов, система должна значительно разгрузить проблему утилизации в регионе. Отходы будут свозить с Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и всего Приморского района. Только с выбором места согласны не все. Против – дачники с расположенных рядом СНТ. Зачем нам? Мы здесь приезжаем из города дышать свежим воздухом. А получается, что опять вся гарь, то грязь вся будет здесь. Зачем нам нужно это? Я еще не знаю, что такое там будет. Вот. Куда дым пойдет и куда, может, там такую же свалку сделать, как и в городе. Все завалят. Не хотелось бы жить в зоне переработки мусора. Все-таки не нравится. Это же и запахи, и крысы. Угу. Поэтому не хочется. Речь идет о 15 тысячах дачников. Каких урожаев ждать в таких условиях? Кто будет бороться с вечными спутниками свалок, дикими животными, птицами и паразитами? Беспокоит огородников состояние дорог. Мусор на массивных самосвалах повезут с трех крупных городов и всего района. Не объяснили дачникам и сам процесс переработки. Есть вот промежуточный этап. Привезли, разгрузили, куда это, как все рассыпалось. Перевезли на чем? Значит, как переработали, то есть это сжигание, прессовка там или как, или захоронение, то есть тут они, переработки нужно же все смотреть, то есть все моменты. И на каждом этапе есть все-таки момент, где что-то может куда-то улететь, улетучиться, протечь, там, попасть в почву. Полигон расположится в 5-10 километрах от СНТ «Север». Со слов его председателя, 3 года назад территорию удалось отстоять силами Северодвинского депутатского корпуса. Стройку обещали перенести в уйму, но передумали. В Архангельске и Новодвинске построят 2 мусороперегрузочные станции, у Рикосихи – полигон. С позиции логистики участок расположен удачнее других 5 предложенных. По нашим ощущениям, других участков в Архангельской агломерации, соответствующих 19 критериям для размещения объектов, размещения отходов, просто не существует. Направляем запросы и губернатору Архангельской области, и областным депутатам, и мэру города Северодвинска, и также нашим депутатам. Будут в ближайшее время направлены, кому-то уже отправлены просьбы, да, и жалобы. Вот. Ну, в любом случае, будем отстаивать до последнего. Остается ждать реакции властей. Вестник Северодвинска продолжает следить за ходом событий. Алена Губаева, Владимир Богомолов, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска.